Харьков. Вчера вечером там стреляли в центре города. И сегодня Инна Жмут выясняла все подробности случившегося. Моя коллега на связи со студией. Инна, кто в кого стрелял? Как сработали правоохранители, прошу прощения. И как сегодня харьковчане прожили день? Добрый вечер, студия. Расскажу вкратце суть конфликта. На площади Свободы, это центр Харькова, собираются активисты общественного движения «Боротьба». Они выступают против нынешней украинской власти. И вот как раз накануне пытались задержать их идейного вдохновителя Дениса Левина. К месту собрания подъехал микроавтобус, из которого вышли вооруженные люди в камуфляжной одежде. Активисты всполошились, не дали задержать своего лидера. Ну, скажем так, отбили. Во время потасовки даже была слышна стрельба. Стреляли как раз люди приезжие с оружием. Ну, к счастью, никто не пострадал. Но вот что остается интересным? Кто же эти люди, которые пытались увести Дениса Левина? В МВД и СБУ открещиваются. Говорят, не они. На кадрах любительских видно, как сотрудник милиции, патруль вызвали активисты движения «Боротьба», подходит к вооруженным людям, достаточно миролюбиво с ними общается, и они уезжают с места событий. Мы этот вопрос адресовали сегодня в местную милицию, и далее прошу прямую речь. Наразі слідчим відділом відкрите кримінальне провадження за статтею 296 «Хуліганство». До цього не мають відношення ніякі спецслужби. Ведеться перевірка, всі відео, що є в інтернеті, все долучено до кримінального провадження. Назначені експертизи, ряд експертиз. Ну вот получается, что люди, которые были с оружием в центре Харькова, это вот пока что хулиганы. Милиция пообещала, что будет оперативно информировать нас по ходу следствия. Что же касается сегодня самой жизни в городе, здесь все спокойно. На улицах стало больше украинских флагов. Активисты, которые выступают за единую Украину, стараются буквально украсить каждый метр города. Украшают и деревья, просто улицы, заборы. И вот дошла очередь до памятников. Памятник Харьку. Это... Его считают, принято считать основоположником Харькова. Теперь у него в руках копье, а наверху реет украинский флаг. Студия. Понятно. Спасибо, коллега. Это была Инна Жмут с последними новостями из Харькова.